С Усамой Бен Ладеном девушка впервые столкнулась в 96-м в Марокко, куда она приехала сниматься в рекламе. Пока Кола ужинала со своим новым партнером, футболистом из Сенегала, к ней подошли охранники будущего террориста номер один и потребовали Буф пойти с ними. Кола даже не подозревала, к какому человеку ее ведут охранники. Усама заявил девушке, что она красивая и теперь будет принадлежать ему. Коле удалось сбежать от настырного поклонника, но когда она добралась до дома, в дверь постучали. Это был Бен Ладен. В ту ночь он избил девушку и надругался над ней.